Полупустые трибуны, но поддержка под завязку. Тот самый случай, когда болельщиков мало, но их слышно. Первый период ничем особенным не запомнился. Две шайбы в начале и спокойная игра. А вот вторые 20 минут наши хоккеисты болельщиков порадовали тремя заброшенными шайбами. Сегодня все линии, начиная с вратарской и кончая нападением, защитой, просто безобразно, конечно, играли. Но отдать, конечно, должное сопернику, хороший настрой. Точку в матче «Динамо Алтай» поставили в третьем периоде, забросив еще две шайбы, установив итоговый счет на табло 7-0. Стоит отметить, что это первая сухая победа в сезоне. Хоккей, на самом деле, довольно простая игра. Все простое, простые правильные решения, они, как правило, более эффективны, чем какие-то выдуманные, да, поэтому, да нет, была установка не расслабляться, не останавливаться, да, играть в хороший, правильный хоккей. Пока игры регулярки можно занести в список полутренировочных, в плей-офф мы уже точно попадем, благодаря казанскому «Фениксу», который снялся с первенства. Наша команда автоматически переносится на четвертую строчку, а именно столько команд будут вести борьбу за кубок. Спасибо, Казань! Ну а что касается «Кристалла», сегодня у команд день отдыха, а уже в эти выходные болельщиков ждет еще два матча в 17:00 на Титов-арене. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин, «День с толком».